Развитие здравоохранения и улучшение качества медицины Подмосковья. Об этих темах Андрей Воробьев подробно доложил в своем ежегодном послании. Перед министерством и руководителями муниципалитетов глава региона поставил задачи увеличить привлечение лучших специалистов и обеспечить их жильем. У нас сохраняется дефицит по-прежнему. Сохраняется дефицит узких специалистов. Эндокринологи, неврологи, офтальмологи, лоры. Дефицитные специальности и задача наша общая вместе с главами продолжить находить лучших врачей и, самое главное, обеспечивать их всеми необходимыми условиями – жилье прежде всего. В этом году в Подмосковье откроются сразу 4 новые многопрофильные клиники. В целом вся система медицинских учреждений переживает период модернизации, что позволяет ей справляться с возрастающей год от года нагрузкой. Только в городском округе за 2019 год обновили 110 единиц медтехники на сумму 322 миллиона рублей. Кроме того, в ближайшее время в Мытищах откроется и долгожданная поликлиника, которая ежедневно сможет принимать более 500 пациентов. Об этом рассказал на собрании трудового коллектива главный врач городской клинической больницы Андрей Третьяков. В новом медицинском центре устанавливается самое современное диагностическое оборудование, позволяющее проводить цикл обследований по месту жительства, чтобы люди не уезжали в другие города за квалифицированной медицинской помощью. Прием будут вести лучшие специалисты. Также на встрече обсудили развитие медицинских пунктов в отдаленных сельских территориях. Отмечается, что доверие к мытищинским медикам возрастает год от года, и теперь уже в Мытищи едут лечиться из других городов.